Отправить СПГ Так, и да. компанию. На КПП Лопатина оставить, там, не знаю, отстрел. Стимы, Браво, ПГ, понятно. да. Вот, а МПшники пойдут налево в лесах. Мы там зашкеримся, подождем пока Аздоник, если он там пойдет, пройдет. И начнем им пакостить Выместил или... сзади. Да, они вообще не ставятся. Там. Вот, а что у нас там, БМД есть, да? Ага, Да. БТР. Там БМД где-нибудь там в резерве поставить. Даже пока что не знаю где. Да где-нибудь, блин, просто можно заныкать в леске, чтобы полить все горы, на которые может выкатиться танчик. Танчик выпился, разок стрельнул, все, он запалился, и его быстренько БМД с тура убило. В чем проблема? Можно в леске, который на северо, вот вдоль дороги, Главное, на чтобы БМДшка, как северо. в прошлый раз, не вылезла. Его вообще Да. спалили, стоит в диком поле и Короче, вообще на типа не видно. севере Нагаев его. Лопатина есть лесочек возле дороги. Вот можно туда ее засунуть. О, это Метки типа как починить. резерв. У меня есть момент, где она к нам в туры пускает. У-у-у. Я восточный окоп займу, буду наблюдать. Кто здесь? Факт, у нас БТР стреляет. Я не могу доклад получить, неизвестно. Прием, есть кто? Вы у нас кто, СПГшники или кто? Или на БМДшке вы? А БТРка известно, чья бьет сейчас? Это наша БТРка по БМПхе отрабатывала. Понял. А, то есть они на вас с восточного направления идут, да? Ну не знаю, я вышел в БТР на чистоту и спросил, они А сказали там по на БМП. ДВшку кто-нибудь выходил из наших экипажей техники? Да, синяя метка репита, это он примерно район. Понял, ДВшка 73, понял, все. Передам. Господа, 73 ДВшка. ДВ 73. Я забрать. Помехи дикие. С ДВшкой что-то не могу понять. Мы перемещаемся сейчас. Так, Better наш бил сейчас, да? Да, Better, походу, на ДВ не сидит. Какашки. Это плохо. По нам прилетел фугас. В окопчик, по КПП. Господа. Вот, давай-ка посидим. Чё говорю, краб? Краб, что спасайся, ты там кто говоришь? может. Я говорю, спасайся, кто может. Репит живой? Откуда бьют, неизвестно. Да, живу. Рядом, рядом. А, понял вас. Сейчас сориентируемся, я пока не пойму, откуда бьют. Хотя вижу. С того же холма, по-моему, откуда мы наступали. Сейчас оптику посмотрю. Рядом, среди. Не, пока не можем определить, где он. Бьют по траншеям бьют. Выбивают окопы. Репит сместился назад.
Кто стреляет? Наши стреляют. БТР, чьи? Есть связь с БТРом? Прием. БТР. Репит. Репит живы? Да, пока живу. Рядом ложится, рядом. Они там говорят, на 210 БТР видно. По-моему, это как раз не наш. Стрельба, юг. С моих стрельба, юг. От репита юг, прям от репита юг. Вот нашел. Поставил метку, какие отделения. Прием, да, 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 правильно, правильно. И БТР, и БТР, и БТР. Вроде по нашим стреляет БТР. А это неизвестно, это не наш БТР. А в каком БТР ты говоришь? Я слышу ПКТ на востоке и на юге еще какого-то. На востоке БТР какой-то по нашим вроде хуярил. На юго-запад. БТР на дальний? Да-да, возле вас пеха, возле три. Ты что, Мусинка? Наверное. А по танку или БМПшке информация есть? Нет, БМП последний раз видели, я метку поставил. Ты по ней попал? Стоим. Так, они решили пойти в норд. Ну, по окопам танк бьет, только мы не можем понять откуда. Так, репит каштан, там, то еще легаты живы?
Легат жив, каштан мертв. Понял, репит. Понятно. Только что недавно был звук техники, проезжающий возле... Слушай, переходи на частоту 404. Если ты один остался, переходи на 404. Снайпер на западе. Понял. У нас убили уже каштаны и репита. А у нас оголился фланг со стороны запада. И южная часть тоже оголена. 404, слышно? Да. Я снова слышу технику. Ты пока сиди, жди пехоту, потому что техника, ты не сможешь, у тебя РПГ-хита нет на нём. Ну как он же? Жив. В двух метрах от меня упал и за кустом стоял. Да. Я специально по копчикам стреляю. Ну как раз рядом с нами сейчас бонзаем прилетел, а тут мы вроде живы еще. БТР, если технику увидите, сразу подавай, доковывайте. Где-то с южного направления от окопов снайперы работают. БТР, вы сейчас где метку на себя можете дать? У нас техника какая-то возле окопов своя, нет? Приближается, в общем, приближается. Тоже взрывы там. Приехали. УАЗик с запада. Валить? Вали, валите. Технику валите. И УАЗик тоже, все. Не отвечают они. Подъехал УАЗик, остановился в пригородах. Сейчас пехи попрут. Так, на наш бетер метка. На гору поднимается. Сейчас метку да. Он зажит. Быстрее. Да, кто подумал? Давай. БТР по тебе кажется. Там танк видит. Дали метку, метку дали. 240, работают 240 БТР. А он не может быть. Понял. Прием, немец на упор подходит, будет. Через дорогу перейти. Почему две метки на можете как-нибудь пехоту туда ведь? У нас там что же потери такие хорошие вокруг. Паша, мы забрали на счет. Принял. Если сгорите, технику тогда бросайте, отступайте. Бонза, где там? На 280? Да, не слышу. На 280? Или где там, кто был? Понял. Угу.
пущено. Сколько? 232. Одного снял. Понял, сейчас иду. Сейчас сразу же, да, работает. Да, по мне. Он где-то сам рядом. Ух ты, рядом. 232. Они в окопах? Черт, точку давит уже. На высоте не танк, а БМП. 340, вражеский снайпер, гили. Блин, 5. Выстрел произвели на промазку. Ищите там. Роботы вы... свои есть, прием. Где? В окопе. В окопе вражеский снайпер, может быть. Или полностью здесь. БМП-шка еще там? БМП, да, я промазал. Она ушла. Я в южной части окопов, в банзай машине. И на штурм пулеметчик пошел на окоп. Правая часть. Нормально. Наблюдай. Штурмует, прием, штурмует, два человека. По-моему, один тут сзади у меня. Камень, лес, лес. У них белые штаны? Часово. Понял. БМП там же выкатилось, БМП там же. Один двухсотый. Да, она там на открытой местности. Там еще, по-моему, один живой пулемет. Нет, оно еще... Вот, давай. Перейду в окоп краба, посмотрю на снайпе. Снайпер украл. Банзай, ты вернулся? Да, подхожу. Это у меня только это шуршание. Понял. Снайпер так и не нашел.
Там куда вы спалить? А, неизвестно, что-то горит, но это не танк. Сейчас добьем танк. Беттер, по-моему, надо горит. КМП, подходим с юга к позициям КПП. А... Понял. Там к, с севера к нам подходят наши. Осторожнее. Все, по-моему. Пехота имеется в виду подходит. Пехота. МП. Ты ранен? Нет. Слушай, по-моему, кто-то в окопы забежал, где сейчас мы били, там вот чувачок какой-то сидит в кепочке с рацией, ДВшкой. Кто это? Слушай, ранен услышал. Танк уничтожен и что-то еще уничтожено. ПМП, МП. А, как у вас там дела в городе? Хреново, потери большие. А, понял, потери сейчас большие. На помощь будем выдвигаться. Меня слышно прям под... Да. Слышно. Мы подходим с юга вдоль дороги к КПП в виде подмоги, у нас 4 человека. Так, с юга наши так. Идут, с юга еще идут. Будете в окопы заходить, осторожнее, там может быть враг. А в ушанке тоже наши? Там, блядь, все сгорело. БТР, БМП, танк. Чё только нет. А враг в городе? Есть. Блять, а, окей, отлично, все.